становится лидером Transformation Center. Не отключайтесь от Иерусалима, не на шаг, пока не получите силу. Проповеди пастыря Андрея актуальны и просты, но играют большую роль в самых сложных моментах жизни человека. Слушайте и смотрите проповеди пастыря Андрея Жаповалова. Стертая личность. Вы знаете, почему в нашей жизни вы замечаете так много ненависти к этой церкви, и я очень сильно много замечаю ненависти ко мне лично другими людьми. Непростыми людьми. Людьми, знаете, обычно, которые там держат что-то, какие-то, может быть, служители, где-то как-то какая-то сверхъестественная ненависть. Но я вам скажу, родные мои, это по одной единственной причине. Потому что я личность. Amen? Я личность. Знаете, кого... К кому никак не относятся? К кому вообще безразлична их жизнь? К людям, у которых нет личности. Вы все меня понимаете? Потому что, я вам честно говорю, как только вы заимеете личность, которую у вас практически у всех кто-то когда-то стер, вы заметите какое-то противостояние в вашу жизнь сразу. Как только ты скажешь, а мне не нравится эта песня. Но тебе же не нравится эта песня. Тебе поют там что-то там, и ты не знаешь, что вообще происходит. Ты конкретно говоришь, мне не нравится. Как же, брат? Да, не нравится. Слышите, родные мои, у религии, у этого государства, практически у множества структур существует мечта сделать большинство людей, сделать из них рабов. Amen? Знаете, как они делают рабов? Они всем высылают кредит-карточки. Всем. Тебе 3, тебе 10, тебе 18 карточек. И они высылают всем карточки. Берите, пользуйтесь, покупайте. И мы со своими мозгами говорим, вау, можно телек купить здоровый. Вот примерно вот такой вот. А зачем он тебе? Тебе потом надо будет зал примерно такой, чтобы сидеть сзади, потому что, когда кто-то бежит, тебе нужно следить за ним, знаете, по экрану. Кто-то создал структуру твоего мозга, и тебе даже нельзя выбить, что без кредит-карточки жить можно, церковь! Можно! Мы не рабы, рабы не мы! Кто пользуется карточкой, пусть вас Бог благословит, я ничего против не имею, я просто вам говорю о структуре мышления. Кто-то внедрил все это, и вот ты только приезжаешь, тебе сразу говорят, вот это. Слушай, а может быть я сам хочу подумать, что мне надо, а что мне не надо, амин? И поэтому я не имею долгов. А те, у кого кредит карточка, и не знают, какой карточкой какую гасить. И мы с вами живем в жизни, где мы большинство времени находимся с людьми, которые стерты. Их личность стерта. Их забили как людей. И всякий раз, когда ты хочешь высказать свое мнение, личное мнение, тебе говорят, заткнись. Или замолчи, брат. Так нельзя говорить. Или сестра, ты вообще что-то себе возомнил вообще. Родные мои, я ничего себе не возомнил. Я просто хочу начать думать моей головой. Можно, церковь? Пожалуйста, разрешите мне думать моей головой. Вот есть же она для чего-то, болтается на плечах. Не только для прически, там, для дела, аллилуйя. Она же для чего-то тоже дана. Стертая личность. И многие люди ненавидят тебя, ненавидят меня. Знаете почему? Не потому, что ты такой ужасный, а потому, что ты личность. Ты просто личность со своими вкусами, которой это нравится, а это не нравится. И я не боюсь о моем мнении заявить. Амин? А у которых нет своего мнения, стерта вся личность, он боится, он не знает, с кем о чем говорить.
С тетей Дашей мы сплетничаем. С дядей Колей мы разговариваем о той семье. С тетей Маней мы разговариваем о моей семье. Потому что у тебя целая система, с кем, где и когда говорить. У тебя настолько все правильно. Настолько все, все четко распределено, с кем, когда и как. Что когда ты нечаянно где-то что-то ляпнул не то, и ты тете Мане сказал то, что ты дяде Феде должен сказать. Все, вся твоя система рухнула. И они говорят, какой ты ужасный человек. Моя миссия на этой земле воскресить твою личность. Из праха поднять. И сказать тебе, ты можешь сказать, что тебе эта каша не нравится. Стертая личность. Я не хочу, чтобы никто из вас ушел этой земли никем, пустым. Никогда и не сказал, что тебе нравится. Никогда и не купил ту одежду, которая тебе нравится. Никогда не обул туфли, которые тебе нравятся. А так нельзя, брат. А почему, сестра? А я хочу. Вот мне в этой церкви дали легально своими мозгами пользоваться. Спасибо, церковь. У некоторых члены не разрешают этого делать. Знаете, что мне больше всего прискорбно смотреть сейчас, знаете, вокруг? На людей, которые стерты, личности стерты, жизни стерты, стерты их мышление, понимание, стерт его характер. Он его или она его не имеет. Он или она просто существует на этой земле. Почему? Бог так сделал? Нет. Зачем тебе Бог давал личность, чтобы забрать ее? О, нет, родные мои, мы все разные члены, amen, в одном теле, и ты имеешь право голоса. И когда мне подходят и говорят, мне не нравятся твои проповеди, я говорю, аллилуйя. Пожалуйста, у человека хоть есть смелость сказать мне лицо, что не нравится. Ну не нравится, ну а что ты сюда ходишь? Все, которые нас не любят, они нас по радио слушают. И мы с вами, как часто мы с вами видим фальшь, практически везде. Знаете, как, когда я фальшь начал замечать? Когда я с друзьями начинаю разговаривать, все, он при мне, он открытый, он личность. Как только мы заходим к братьям, в церковь, где-то на какую-то молитву, все абсолютно меняется. Все меняется. Смотришь, гибрид какой-то. Я с ним весь день провел, и я видел три лица. Только три. У него же там еще свое есть, тайное тоже. Думаешь, ничего себе, слушай, это зависит еще, в какое время дня ты на него нарвешься. Такого ты и увидишь. Какой христианин? А другой говорит, кто он? Потому что он точно знает, что он за христианин. Родные мои, люди со стертой личностью всегда носят маски. Вы слышите меня? Потому что у них нет смелости заявить о том, что им нравится, что они хотят, и как они будут делать, и что они будут делать. Люди со стертым потенциалом. Это люди, которых Бог никогда не сможет использовать, потому что использовать нечего. И это одно из самых эффективных оружий сатаны на сегодняшний день против церкви. Ребят, Бог хочет использовать личность. Скажите мне, Давид был человеком с ярко выраженной личностью? О, родные мои, почитайте его псалмы. Он так ее выражал. Бог избирает людей с ярко выраженной личностью. Родные мои, посмотрите на Саула. Мы по сей день не знаем, кто такой Саул, потому что он постоянно при пророке, он один. О, благослови. Давида убить надо, он царь. Знаете, за кем-то погоняться он тоже умеет, но ты никогда не видишь, кто он настоящий. Мы никогда с вами нигде не увидим сердце Саула в Библии. Почему? Да потому что у Саула сердца не было. Он всегда работал на публику. Бог его даже взял, хотел использовать, и у Саула жизнь закончилась страшно и отвратительно. Почему? Да потому что у Саула нечего было использовать, он не был личностью. Да, от Давида были грехи, которые Саулу даже не снились. Аминь, церковь. Но потому что у Давида было сердце, и он был личностью, так как он мог согрешить страшно, он также умел и покаяться. Аминь. Также мог упасть на колени и такое послание Богу написать, что Бог говорит, слушай, ну как его убьешь, а? Мне так нравятся его песни. Пусть живет.
Родные мои, он ищет личность, чтобы использовать. Родные мои, наша нация настолько стерта, что им постоянно нужно, ну похлопайте, ну давайте поплачем, давайте попрыгаем. Понимаете, нам всегда нужно давать команду. Прыгать, а? Плакать, окей, когда? Сейчас. Родные мои, как... Что это? Что это? Это личность? Это робот? Пионерский наш отряд, мы шагаем дружно в ряд. Нас оттренировали, отдрессировали, нас создали. И когда мы в церкви, мы всегда смотрим. Знаете, вы замечали в церкви такой синдром? Мы всегда наблюдаем, когда... Аминь. Аминь. Тишина. Все смотрят, кто что будет делать. Пастор. Все сели. А я сейчас сесть хочу. До аминя. И когда до аминя садился в церкви, меня так... Ты что? Ничего. Ноги устали, молится долго. О, как это? А вот так это. Я хочу сесть. Бог не умрет, если я сяду сейчас. И он в гиену огненную меня не пошлет. Потому что у меня ноги устали от твоей замороченной длинной молитвы. Один на молитве встает, когда закончилась молитва долгая, он говорит, пастор, вы как Бог. Он говорит, что говорит, мощный? Он говорит, нет, бесконечный. И мы с вами пытаемся вот в этой системе всем угодить. Вы замечали? Ты всегда куда-то попадаешь, и всегда первое время, что делают рашики. Вы замечали, когда у нас гости попадают, черные ребята, мексиканцы, им все, он встает и «Амен!» Ему все равно, ему проповедь понравилась, ему нужно сказать прямо сейчас, вот здесь, «Аминь!» А мы? Мы всегда с вами смотрим. Знаете, что делают рашики первое время, когда они только-только попадают в церковь? Неизвестную, аллилуйя, в гости его. Он сидит сзади, и он адаптируется, как хамелеон. Он, а такого у нас не робили. Сейчас роблять. И он адаптировался, на следующее служение смотришь уже свой. Ну, перестань адаптироваться. Я хочу задать тебе вопрос, кто ты? Ты кто? Кто ты? Смотришь, оборотень какой-то. Сегодня, кто это? Завтра... Завтра орет, послезавтра в депрессии. Не понимаешь, слушай, ты где? И смотря, честно говорю, вы замечали таких людей? Я один раз был в шоке, в большом-большом шоке. Видел человека, я не буду называть ничего, который падал, руки поднимал, все. И потом я попал на служение, это было время, где я смотрю, она стоит в хору, повязанная, поет. А здесь, мэн, по залу тягала, носила, кувыркала. Я вообще ему, это она? Да нет, да она, да нет, точно она. Думаешь, вау. И знаете, кто нас такими сделал? Другие сильные личности. Вы думаете, религия это не сильная личность? Вы заблуждаетесь. Это очень сильная личность. Я не говорю о людях, я говорю, мы не воюем против крови и плоти, мы воюем с системой. Я разрушаю систему в твоей голове сейчас. Потому что Бог создал тебя индивидуально. Вы замечали, что у тебя трое деток, например, двое, четверо. И ты смотришь, как каждый из них абсолютно разный. Amen? Так что заставляет потом сделать их всех одинаковыми? Ведь внутри это не ты. Amen? Не ты это. Тебя создали, слепили и сделали. И когда ты выходишь на улицу, ты пытаешься среди друзей, среди родственников стать самим собой. И то, не дай Бог, заметят, братья. Только вы замечали, чем занимаются в наших церквах вообще? Где только проявляется инициатива, ее сразу мочат. Сразу. Брат, у меня есть мечта и желание молитву начать. Не время. Мы посоветуемся. Брат, вы посоветовались? Через полгода спрашивают. Да не еще, не дошло дело.
В то время, когда я смотрю на корпорации и бизнеса Америки, они наоборот плотят людям, которые приходят с идеями. Церковь! Людям плотят, чтобы он пришел, увидел структуру и сказал, вот это не так, а вот это вот так. Они ему тысячами плотят, чтобы он пришел, увидел систему и дал им совет. В то время, как у нас все уничтожается, аннулируется и топчется, потому что за тебя уже все давно продумали, братуха. Зачем тебе напрягать мозги? Прыгай, просто плыви. Не хочу я там плыть. Не хочу. Какой? Мне постоянно говорят, какой ты гордый. Нет, я не гордый. Я просто личность. Личность с моими вкусами, интересами и с моими мечтами. Я просто не боюсь их говорить, а ты боишься. И ты точно такой. И я тебе просто со сцены говорю, ты можешь быть личностью. Всегда, везде, постоянно. Всегда тебе что-то не нравится. Мне нравится, что вокруг меня есть 12 людей, которые с личностью. Ему не нравится, он подходит и говорит, почему мы это делаем? Я думаю, зачем вот этот вопрос? Я говорю, классно, слушай, человек с личностью, он хочет знать, зачем мы туда вот это делали. О, Боже, дай нам личности. Дай нам личности, потому что только личность использует Бог. Церковь, он использует личность. Что такое стереть? Стереть личность. Это значит подогнуть под себя, под общие принятые и признанные законы, сделать из тебя дебила, не умеющего думать за самого себя, потому что за тебя уже все подумали. Это как в детском садике, знаете? Все давным-давно, нет, сейчас тихий час, не хочу, тихий час, на горшок и спать. Родные мои, мы выросли уже, аминь, с детского сада. Я не хочу кипяченое молоко с пенкой. Я его не люблю. Кто не любит молоко с пенкой, поднимите руку. Аминь. Все остальные, пусть вас Бог благословит. Я не знаю, как вы это едите, я просто не знаю. Кто-то вскажет, скажет, а я люблю именно пенку. Одну пену буду есть, кипятить и есть, кипятить и есть, кипятить и есть. Пену. Ну и нормально. Ты человек. Я скажу, молодец, ешь пену. Классно. Родные мои, мы не уничтожаем друг друга из-за разности. Мы любим друг друга из-за разности. Амин. Почему религии скучно? Да потому что я видел одного ребенка. Маленький-маленький ребеночек. Он пытался маму в церкви найти. Он подошел к 5 женщинам, потому что они все одинаковые. Мама, у, мама, мама, все одинаковые. Родные мои, маму найти нельзя. Я хочу маму найти. И он бедненький ходит. И он не знает, они все одинаковые, одинаковый наряд, юбки, прически, все одинаково. Что это? Твою личность изнасиловали и распили. И мне нельзя быть самим собой. Ты что, выделяться хочешь? Знаете такой вопрос? Скажи «да». Да, я хочу выделяться. Я не хочу носить галстук. Я хочу носить джинсы. Имя? Родной мой, найди себя. Тебя стерли. Тебя стерли с лица земли. Где ты? Алеша, ау! Сережа, где ты? Больше будучи подростком, вырастая в церкви, в глубоко религиозной, я стал замечать, что больше и больше честных людей уходит в мир. Сначала я говорил, не может вытерпеть. Прям пришла с пешеходного перехода, и ей тут 35 сестер сказали сережки снять. Ой-ой-ой, бедненькая сестричка. И пошла назад в мир. Сидел в хору и прикалывался с них. А потом я сел и понял. Я начал просто общаться, потом, когда сам соскочил, и начал общаться с людьми в мире. У них есть личность.
У многих, амин. И почему многие уходят из церкви? Не потому, что там Бога нет или Бог плохой. Потому что ты мне не даешь быть самим собой. А я хочу быть самим собой. Петух так петух. Зеленые хохолки так зеленые. Розовая голова пусть будет розовая с желтыми пятнышками. Самое главное, ты такой. Потом подрастешь, перекрасишься. Представляю, дед 70 лет, розовые волосы и желтые пятнышки. Такого точно Бог не робить. Он вырастет, покрасит нормальный волос или отрастет. Или у него вообще все выпадет, аллилуйя. Красть нечего будет. Но он просто станет мужчиной по своему возрасту. Не надо никого бить, никого насиловать, никого уничтожать. Мы должны с вами уничтожать грех, а не личность. Амин. И религия спутала грех и личность. И они просто смешали это в одно. И теперь, когда они уничтожают грех, значит, если у тебя сережка в ухе, значит, тебя замочить надо. Ты грешник. Я хочу до вас просто достучаться, ребят. Вы все имеете что-то. Каждый из вас настолько интересен и уникален. Иисус настолько воспитал личность в своих рыбаках, что они могли рвануть на толпу с мечом и ухо обрубить. Но он, вы же знаете, да, церковь, что Петр темно было, он не в ухо целился. Он хотел его благословить по-настоящему. Просто промазал и все. Промазал. Как будто Петр сидит там так, ухо, вот оно, во-во-во-во. Ха! Точно попал. Он валил, как валилось. Он своего учителя заступал, имен заступался за него. И там просто ухо слетело, а не череп. Пришлось бы голову пришивать назад. Там ухо только исцелил, да? Меня с самого детства, знаете, удивляла фальшь. Потому что, когда приходит личность в церковь, личность. Не тот, который родился и на котором кандалы раба висят. Ему уже давно предупредили. Ты никто. Скажи, я никто, я никто. Ты никто, ты никто. Я никто, я никто. Ты смотришь, а кто ты? Я никто. И он сам, а? Че? И он сам не поймет. Слушай, ну ты тебе что-то нравится? А что можно? О, нужно! Тебе нравится вот это? А. Ну тебе скажи, тебе нравится? Тебе же нравится. Скажи, нравится. Купи. И одень. О, родные мои. Я не говорю вам о религии. Я говорю о том, что нас стерли. Вы понимаете меня, родные? Нас стерли. И когда ты посмотришь в себя, тебе будет тяжело себя найти. Потому что в тебе обрывки религии, обрывки какого-то босса, коммунизма кусочки, твоей учительницы в первом классе, которая указкой тебе по крыше дала. И у тебя все, и твою личность складывали люди, которые убили тебя, стерли тебя. И когда ты вспоминаешь кого-то, ты сразу вспоминаешь глаза дяди Васи. О. Если кто из рекламных, вы знаете глаза дяди Васи. Ты что-то захочешь делать, и всегда кто-то тебе ничего не говорит, на тебя просто смотрят. И ты такой, когда он перестанет на меня смотреть? Что мне делать? Он смотрит. Все знаете, о чем я говорю. И до сих пор на некоторых из вас дяди Васи смотрят. Ты даже здесь поржать не можешь. Хи-хи. Хо-хо. А вдруг на камеру заснимут? А, Боже. Освободи нас. Такая проповедь аж интересно. Мне аж как-то не по себе. Обычно всегда, ну как, придремну. Как бы пока встану, уже 3 проповедника проехало. Аллилуйя. А тут как-то, глянь, не спится, интересно. Во. Да потому что за кафедрой личность стоит. Стань личностью. С тобой будет интересно общаться всем. С тобой захотят пообщаться. Сказать, слушай, мэн, ну ты даешь. Ну и ты давай. Давай побольше. С тобой интересно будет жить. Чтобы свежие мозги пришли, свежий разум. Еще одна шутка, да? Кто же недавно говорит, ну и что, что у меня в голове ветер? Зато мысли всегда свежие. Вот у всех ветер, ветер, и мысли всегда свежие.
Мне надоели эти свежие мысли. Мне нужно мысли человека, который личность, который говорит нравится, не нравится, люблю, не люблю, хочу, не хочу. Кто ты? Вы знаете, что иногда люди, которые личность, нам не нравятся. Потому что они, им не нравится то, что нам нравится. Они имеют на это право. Родные, мы с вами должны научиться принимать всех и любить их именно такими. Поэтому я хочу понять вообще, кого мне любить. Сначала надо личность воскресить у вас. И потом, о, гля, противный, но классный. Противный, наконец-то, вот высказался. Я вот давно хотел сказать, я вот личность, вот на, держи теперь. Нормально. Хорошо. Я стал замечать честных людей в этой церкви, которые уходили в мир, не получив ответы и не желая превратиться в лицемеров. Сколько я видел прекрасных парней и девушек, которые ушли в мир, которых религии не удалось стереть как личность, и сатана их подобрал с удовольствием. Вы слышите меня, родные? Сколько было у меня друзей, которые сказали, в это я никогда не превращусь. Сори. И человек с огнем, с потенциалом, с мудростью, человек с мечтами идет и служит дьяволу. Вот вся музыка, вот смотришь, как не музыкант крутой, так дьявол служит. Да потому что церковь вышвырнула всю красоту на улицу. Вы слышите меня? А куда ему идти со своей личностью, своим потенциалом и талантом? А дьявол ему платформу быстро построит. Amen. Поэтому я сказал, я принимаю мудрых людей во имя Иисуса. А у нас, наоборот, должна быть развита тупость. Потому что, когда среди тебя тупые все, ты вообще царем кажешься. О, мэн. Все знаете. Наоборот, вокруг тебя должны стоять воины. Вокруг Давида стояли 30. И эти 30, вы все о них знаете. Один там 800 человек уложил. И я как читаю про этих людей, я просто удивляюсь, думаю, вау, у Давида команда была. Потому что сильный лидер не боится ставить вокруг себя еще сильнее людей. Потому что они его делают еще сильнее. Люди с личностью. Знаете, почему мы знаем этих 30? Их имена перечислены, и мы знаем, что они делали. И мы знаем, что Давид их любил больше всех. Потому что это было 30 личностей. Amen. Поэтому мы о них и знаем. Потому что они не побоялись взять инициативу и сделать этот подвиг. Хорошо, мы сейчас пойдем к вам с вами в часть, где я хочу немножко показать вам 8 принципов, как найти себя. Если вы пишете, записывайте, если вы не смогли взять с собой конспект, возьмите этот диск, прослушайте. Это я вам дам 8 принципов, которые помогли мне стать самим собой. Я их сейчас передам вам. Тест, чтобы узнать, кто ты и где ты сейчас. Как узнать, кто ты и где ты сейчас? Как узнать свое призвание и мечту? Как узнать, что ты не сидишь и не прозябаешь? Сейчас я тебе дам эти 8 принципов. Номер 1. Какие у тебя самые сильные стороны? Ответь сам себе. Просто начни сейчас сам себе отвечать. Какие у тебя самые сильные стороны? Например, самая сильная сторона – это дружелюбие. То есть вокруг тебя постоянно люди, в твоем доме гости, в твоем доме постоянно что-то происходит. Просто начни сейчас выписывать, что самое сильное в твоей жизни, что тебе больше всего нравится, чем ты наслаждаешься. Что ты делаешь отлично? Это все первый пункт. Я буду говорить, где первый, где второй. Первое, какие у тебя самые сильные стороны? И я объясняю. Что ты делаешь отлично? Что ты делаешь? Знаете, есть вещи, которые... Знаете, это как человек в дом приехал, он говорит, я не могу быть, знаете, пламером или... Как это по-русски? Сантехником. Вот. Он говорит, я не могу быть сантехником, я не могу вот эти трубы, вот эти краники все, я не могу, я постоянно что-то у меня течет. Но, когда я стелю пол или ложу карпет, вот это я люблю, это получается. Я никаких проблем в этом не делаю. То есть, подумайте в своем разуме, я не о бизнесе говорю, о том, что вы делаете в своей жизни лучше всего, и что вам нравится? Что ты делаешь отлично? В чем ты чувствуешь наслаждение? Это все первый пункт. Когда ты это делаешь? Вот что ты делаешь? Вот что ты делаешь? И ты говоришь, man, I love it, I love it, I love it. Подумай.
Просто это маленький тест для вашего разума сейчас. Просто подумайте, просто пропустите это просто через голову. Я вам честно скажу, если вы честно на все эти вопросы ответите себе на всем 8, я вам даю гарантию, вы завтра найдете точно, кто вы. Этот тест очень простой, но очень конкретный. Ответь сам себе на вопрос. Люди тыкаются и мыкаются годами. Годами. Я просто, знаете, что делаю? Сейчас машину. Знаете, как русские чинят машины? Им 60 баксов жалко погнать на тест. Знаете, да? Аллилуйя. Все братья сказали аминь. 60 баксов. Он будет сам чинить. Аллилуйя. Сам. Он все. Так, это, наверное, трамплер. Купил трамплер за $30. Нет, не трамплер. Это, наверное, шнуры. Нет, не шнуры. Это, наверное, фильтр. Нет, не фильтр. И к концу недели ты потратил $180, потратил неделю и ничего не узнал. И поэтому я вам говорю, я вам сейчас просто дам диагноз, чтобы ты не шатался по жизни всю жизнь и не втыкал там, а это что, понимаете, обломился. Я вам просто дам такой маленький совет. Вы все равно, что приедете сейчас, вот приехали на диагностику, я вас подключил, и сейчас информация вся выйдет. Просто в твоей голове пусть эта информация идет, и ты просто сейчас начни смотреть в себя, окей? Например, я чувствую удовольствие, когда я учу. Это мое. Я бы, даже если у меня церкви не было, я все равно бы где-то в маленьких группах сидел и учил, и говорил. Мне это нравится. Нравится. Ну, вы же видите, да, я не мучаюсь. Вот, аллилуйя. И вы не мучаетесь. Если вы не мучаетесь, это значит правило, что человек на своем месте. Если ты сидишь в рядах, это значит, он не тут, и ты тут тоже не должен быть. Второе. Какие достижения дают тебе чувство самоудовлетворения? Ответь себе. Просто я говорю просто внимательно сейчас, и это не просто тест, это тест для тебя, чтобы узнать, кто ты. Что, когда ты сделаешь, ты хочешь сделать опять? Что? Когда и от чего ты чувствуешь самый большой приток силы? Вспомни 5 моментов в своей жизни, когда точно переживал это чувство. Что ты делал в этот момент? Вспомните 5 моментов в своей жизни, когда ты самое больше наслаждался. Что это? Помочь людям, накормить голодных, пригласить гостей и просто послужить им, рассказать что-то, поехать кому-то купить путевку, кому-то пожертвовать. От чего ты чувствовал наслаждение, проповедь, песни, что угодно. Подумай, какие 5 моментов в твоей жизни самые яркие, от чего ты получил наслаждение и удовольствие. От чего? Это показывает тебе то, где ты и то, что ты должен делать в своей жизни. Вот эти 5 моментов, они тебя подведут ближе к своему призванию. Потому что Бог никогда не будет давать тебе то, что тебе не нравится и что ты не хочешь делать. Это не Бог. Родные мои, все, что делает Бог, все, что нужно нам делать, любые потребности в нашем теле, мы наслаждаемся этим. Амин? Вам нравится принятие пищи? Как вы себя чувствуете после, когда вы примете душ? Скажите, как заново родился. Приятно, классно, особенно после работы, просто наслаждаешься. Скажите мне, как ты чувствуешь себя после секса? О, или во время секса? Вау. Аминь? Кто создал секс? Бог. Я имею в виду, родные мои, когда Бог что-то будет давать тебе, ты будешь чувствовать наслаждение. Аминь? И если тебе что-то говорят, это твое, а ты говоришь, ну, это не твое. Найди себя. Найди наслаждение. И ты увидишь, как этой сферой сможет пользоваться Бог, чтобы помогать. Если ты даятель, даять. Если что-то снимать с плеч людей. Если ты инженер, то Бог заложит тебе, что делать в этой сфере. Если ты художник, если ты рисуешь, Бог найдет применение этой сфере. Скажи мне, что больше всего тебе нравится. Мы не религиозные люди, и у нас нет 3 служений. Проповедь, песни и стихи рассказывать, аллилуйя. Все, 3 служения в церкви. Но. Мы говорим о том, что Бог всем нам заложил что-то, и мы настолько разные, и мы можем созидать тело Христа. Потому что у людей настолько в церквях узкий образ мышления, что они не могут принять инженера. Знаете почему? Да потому что они не планируют строить церковь на 100 тысяч. Алло! А мы принимаем инженеров, потому что скоро они нам понадобятся. Амин! И художники нам надо, потому что скоро они нам понадобятся. И врачи нужны, потому что у нас свой медпункт будет тоже. Аминь? Нам все нужны. Мы не собираемся вот эту церквушку построить. Аллилуйя! Но! Это все начало. Хорошее, приятное начало. Но мы движемся дальше. Аминь, церковь? 3. Если бы деньги не были проблемой, чем бы ты занялся, чтобы заполнить свой день? О, еще ближе.
Если бы деньги в твоей жизни не были проблемой, то есть у тебя на аккаунте 100 миллионов, окей? Чем бы ты... Бизнесмены, я знаю, заулыбались. Наш клуб тысячу там поулыбался. Понимаете? Или ты был человеком-даятелем, или ты был миссионером, или кем бы ты был, ответь на свой вопрос. Что бы ты делал, когда у тебя с деньгами проблем нет? Это еще раз натолкнет тебя на то, где ты должен быть, и то, чем Бог создал тебя. Кем Бог создал тебя? Как это сходится с тем, как это сходится с тем, где ты сейчас? Скажи мне сейчас, как сходится эта ситуация, в которой бы ты был, независимо от денег, в какой ситуации ты находишься сейчас? Как это равняется? Насколько это имеет разницу? Если это имеет разницу, ты сейчас себе отвечаешь, что ты не на том месте находишься. И тебе нужно начать что-то делать, чтобы дойти до того места. Аминь? Самое приятное – это получать деньги и делать то, что тебе нравится делать. То, к чему ты призван делать. Аминь? Я вам честно говорю, что бы у тебя ни было, у Бога для тебя есть дверь. Просто у некоторых из нас не хватает мозгов и веры поверить в то, что Бог вложил в тебя с рождения твоего. Вспомни, чем ты занимался в детстве и наслаждался. И говорил, мама, я буду трактористом. Вырос бы, стал бы трактористом и наслаждался бы жизнью своей. Какой маленький шаг, слушайте внимательно, ты можешь сделать сейчас? Телефонный звонок, письмо, имейл, чтобы приблизить тебя к твоему настоящему призванию. Что ты можешь сделать завтра, в понедельник? Родные, я вам честно говорю, если вы не будете меня слушать и не будете эти вещи внимать и записывать, или хотя бы диск не возьмете, вы так и будете отвисать всю жизнь и никогда не станете личностью с призванием. Церковь. Четвертое. Что ты выучил о своем призвании из твоих ошибок? О, это очень серьезный пункт, родные мои. Я о своем призвании почти все узнал из моих собственных ошибок. Потому что я увидел закрытые двери везде, и это мне сказало, что это не мое. И потом я увидел одну открытую дверь, и я до сих пор нахожусь в ней. Это моя открытая дверь. Она помогает вам, я получаю наслаждение, и тело Христа растет. Аминь? К чему тебя влечет после ошибки или провала? Знаете, обычно у каждого из нас есть комфортная зона. Хотите вы это или нет? Кто-то, знаете, кто-то там влип, пошел моржа наелся. Кто-то печенек наелся. Но это такое. К чему тебя влечет, когда у тебя была ошибка? Что-то произошло плохое в твоей жизни. В чем ты находишь удовольствие? Некоторые люди, знаешь, начинают рисовать. Некоторые начинают идти там еще что-то делать, там траву косить, делать что угодно. Где ты находишь наслаждение? Что тебе хочется делать, когда ты ошибся? Твои ошибки зачастую это самые сильные уроки того, где ты не должен быть. Амин? О, родные мои, иногда мы ищем, где мы должны быть. Но когда ты найдешь, где ты не должен быть, ты найдешь, где ты должен быть. И поэтому твоя ошибка, некоторые люди говорят, я не выйду в служение, пока не узнаю. А как ты узнаешь, не попробуя ничего? Амин? Как я узнаю, если колбаса, собачья радость лучше, чем здесь настоящая, знаете, по 18 долларов паунд мяско продается? Как я узнаю? Попробовав, отрезав ливерки кусочек и отрезав этой колбаски. Родные, вот так мы пробуем с вами призвание, служение. Если это деньги, Бог будет влечь тебя туда, и ты будешь наслаждаться, зарабатывая деньги, и наслаждаться, выращивая и жертвуя эти деньги в Царство Божие. Потому что, честно сказать, сколько тебе нужно денег для удовольствия? Вы знаете, что когда посчитали, сколько нормальному человеку нужно для удовольствия, поверьте, это даже не миллионы. Человеку для нормальной классной жизни всего лишь нужно совсем немного. Я имею в виду финансов. Совсем немного. У тебя, зачем тебе 5 домов? Зачем? Это извращение. Amen. Тебе что, 8 машин надо? Понимаете? И так далее. То есть, когда вы подумаете, если честно, вы подумаете, что вам надо для удовольствия, вы скажете, совсем немного. Совсем немного. Поэтому знаешь ли ты то, что делаешь сейчас в твоей жизни, что не является частью твоего настоящего призвания? Знаешь ли ты сейчас, что ты делаешь сейчас, что не является частью твоего призвания? Что ты делаешь? Хорошее это или плохое это? Что ты делаешь? И знаете, это первый индикатор того, что ты делаешь, что тебе не нравится. Ты сидишь на своей работе или на своем бизнесе и на часы смотришь. Быстрее бы уехать, быстрее бы уехать, быстрее бы уехать. Это не твое место. Это не твое место. Это просто не твое место. Ты не должен это делать. Ты не на своем месте. Пятое.
Записывайте. Кто восхищает и восторгает тебя? Кому ты завидуешь в том, как они продвигаются и достигают своих результатов в своем призвании? Скажи мне, есть ли люди в твоей жизни, кто бы это ни был? Например, кто тебя влечет? Кто, когда ты ставишь кассету, какую кассету ты ставишь? Евангелиста, гитариста, ты ставишь какие-то пения, или ты ставишь какие-то писатели, или что угодно, что влечет тебя? О чем ты читаешь с удовольствием? Что нравится тебе? Например, я знаю тех пастырей, которые мне нравятся, которые вливают в мою жизнь, которые постоянно кормят меня. Поэтому я, знаете, я знаю, когда я смотрю христианское телевидение. Некоторые, знаете, смотрят христианское телевидение так. Он его пум, включил, и он у него 8 часов работает. Я вам честно говорю, в основном на христианском телевидении смотреть мало что есть. Вы все за мной согласны? Очень мало, что питает мой дух. Все остальное просто проехались по ушам, кто-то передачку там закатить решил, денег появились и так далее. Когда я смотрю в график, окей, будет этот, 8 часов, все, пум, я включил 8, я съел, я выключил, оно мне не надо. Вы понимаете? Что влечет тебя? Это еще один ответ на твое призвание. Потому что тебя всегда привлекать будет то, что ты есть. Потому что то, что тебя влечет, это твое нутро, говорит тебе, это мое, и оно кушает этот талант у того человека. Вы слышите меня? Я ем из проповедей вот тех людей. Я ем из книг вот того пастора, потому что он питает мой дух, и я наслаждаюсь. И я, конечно, я мечтаю быть таким, как он, но все мы мечтаем быть таким, как Иисус Христос. Аминь. Но кто нам указывает на Иисуса Христа? Учителя, проповедники, пастора, евангелисты, певцы. Они указывают нам. И иногда ты, сидя, можешь увидеть свое призвание в каком-то певце или в каком-то чемпионе где-то. Что влечет тебя? Ответь себе на этот вопрос, и ты еще приблизишься ближе к своему призванию. Шестое. Как ты представляешь свое видение через год, через 5 и 10? Вот скажите мне, родные мои, если ко мне кто-то подойдет, я вам сразу дам на год вперед мои планы и мечты. Мы буквально с командой вчера разговаривали, помните? У нас следующий год будет настолько бизи, родные мои, грешить некогда будет. У нас планируется весь год, через месяц мы собираемся с двумя командами, мы планируем все на следующий год вперед. Мы планируем, скажи свой план наперед. Скажи, у тебя его нет, это твое будущее, пустой чистый лист бумаги. И ты тратишь свою молодость просто на пустоту. Я вам серьезно скажу, родные мои, я так не живу и я так не хочу жить и никому не советую. Жить после Нового года, Господи, благослови мой год. Вы думаете, это Богу что-то сказало о тебе? Весь мир становится на колени и говорит, Господи, благослови наш Новый год. Благослови наш следующий год. Ты покажи Богу план, что благословлять в твоем году. Amen. Что благословлять? Я еду туда, я посещаю это, я звоню этим людям, я открываю домашнюю группу вот сейчас, я буду заканчивать школу вот здесь, я хочу ехать на энкаунтере служить там, я хочу открывать то-то, я хочу ехать туда. Скажи твой план. Есть ли у тебя он? Нет у тебя его? Тогда и не выделывайся. Ты никто. Ты никто. Ты пустой ноль. Поэтому я все вам говорю, у вас должен быть план, родные мои, план. Все, что я вижу обычно, план, знаете, когда прихожу к кому-то людям и вижу, на холодильнике висит календарь, я вижу только отмеченные vacation. Все. 3 дня отдых, отдых. Я не понял, кто ты? Кто? Я ничего по твоему календарю не могу узнать, кто ты. Когда ты мой календарь откроешь в следующем году, ты точно узнаешь, кто я. Amen. Сделай маленький план и входи в свое призвание частично, родные мои. Я понимаю, что вы не можете стать евангелистом, но что ты можешь сделать сейчас, маленький шаг, чтобы стать евангелистом? Если ты хочешь стать, я не знаю, ну, кем угодно, пожалуйста, найди книги, найди материал, начни приближаться к своему призванию. Родные, пожалуйста, моя молитва и мечта, чтобы вы не тратили свою жизнь. Вы понимаете меня, родные? Не тратьте свои жизни, вы молоды. Я вам честно говорю, когда разговариваю с людьми постарше, которым за 60, за 70, люди, которые уже в возрасте, которым пора уже плоды собирать, и они говорят, мы ничего не успели, мы ничего не успели, жизнь прошла вот так. Просто проснулся в один день, и жизни нет. Ее больше нет. И только что была девочкой, только что был мальчиком. Катался на самокате, играл с друзьями. И сейчас сижу.
Я вам честно скажу, ты скажешь, ты что, достиг? Нет, я в процессе, я планирую, амин. Я в процессе, я ни в коем случае не достиг. Если я скажу, что достиг, я положу конец своему собственному призванию. Я ничего еще не достиг. Я стремлюсь к лучшему, амин. Бью, чтобы не только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я иду, амин. Все бегут, но те бегут за венцом тленным, но я за нетленным, амин. Мы бежим с вами не за тленным венцом. Мы с вами достигаем чего-то особого в нашей жизни. Поэтому сегодня я хотел поднапрячь твой разум, твой мозг, чтобы ты начал задуматься над тем, имеешь ли ты личность, имеешь ли ты настоящую личность, или кто-то стер тебя. И второй вопрос, что эта личность должна достичь в этой жизни, к чему ты должен вообще прийти, если ты не начнешь сейчас. Скажи мне тогда честно, просто скажи мне, когда ты начнешь? Когда? Сядь и запиши, седьмое. Сядь и запиши, как будто бы ты описал свою собственную жизнь после смерти. О, ты скажешь, что, завещание писать? Но. Сядь и опиши, как будто бы кто-то писал о твоей жизни после смерти. Вы знаете, что у меня есть тетрадка, где 14 лет назад я это сделал. И я вам честно скажу, тогда не было ничего. Сейчас я вижу, как по-настоящему я приблизился к своей мечте. Как я уже ее еще не взял, но я уже ее очень вижу. Я ее очень серьезно уже, резкость уже навел, слава Богу. И как бы ты смотрел на самого себя, лежащим в гробу, и описывал, этот человек сделал то-то, этот человек достиг этого, этот человек оставил после себя несколько книг, этот человек оставил после себя какую-то мечту, какое-то призвание, он вложил себя в каких-то людей. Он не умрет. Он будет жить в своих книгах, проповедях и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог не дал вам эту жизнь, чтобы вы ушли и ничего после не оставили. Как мы с вами читаем, вы знаете, что Давид до сих пор живой? Вы знаете это? Мы о нем говорим, как будто бы он до сих пор существует. Да, он на небе, но он у нас до сих пор не умер. Знаете почему? Потому что Давид исполнил, и Давид описал все. После него еще о нем писали. Amen. И поэтому для нас Давид жив. Для нас живы люди, которые ушли. Кэтрин Кульман и так далее. Мы читаем о Божьих генералах. Их уже давным-давно нет. Смит Вигельсворт. Это один из моих любимейших учителей и любимейших евангелистов и пастырей, проповедников. Вы знаете, они уходят, но их книги живут. И когда я открываю эту книгу, я ем от этого человека. Он до сих пор меня учит. Amen. Скажи мне, когда ты уйдешь из этой жизни, сможешь ли ты кого-то научить, даже когда тебя не будет на этой земле? Скажи, я вам честно говорю, родные мои, я вам задаю вопросы взрослых людей, вы понимаете, о чем я говорю? Я не езжу по вашим ушам, я хочу, родные мои, чтобы вы в этой жизни состоялись. Чтобы вы ушли с этой жизни, кто-то сказал, кто-то, знаете, всплакнул на твоем гробу и сказал, нам его будет не хватать. Amen. Вы слышите меня, родные? Я хочу, чтобы над моим гробом, над твоим гробом кто-то когда-то всплакнул и сказал, нам его будет не хватать, ушла мощная часть моей жизни. Вместе с этим человеком оторвалось что-то от сердца моего. Он настолько был близок и настолько кормил. Родные, я хочу, чтобы вы такими людьми стали. Я хочу, чтобы кто-то питался от вас. Вы что-то достигли в своей жизни наконец-то. Какие маленькие шаги ты смог бы сделать сейчас, чтобы достичь тот имидж, о котором ты мечтаешь. Некоторые говорят, пастор появился. Я не появился. Я давным-давно был, мечтал, читал, молился и постился, и я вошел в свое призвание. Я не шатался там где-то, знаете, Вася подберезочник где-то там, знаете, где-то, а, пастором надо, аллилуйя, о, пастор, а вы как классно, я буду теперь пастор. Но. Бог меня готовил 12 лет. И только после 12 лет, и эти все 12 лет, и я, и моя жена, мы знали, мы мечтали, мы постились и молились, потому что мы видели свое будущее, и вот сейчас мы к нему прикоснулись уже чуть-чуть. Скажи свою мечту. Движешься ли ты к ней? Мечтать не вредно, как говорят, да, у нас? Но что ты делаешь, чтобы достичь своей мечты? То, что ты слушаешь сейчас, это хорошо. Что ты будешь делать после того, как выйдешь с этого зала? Здесь ты 2 часа, и все, а там что? 8. Есть ли люди в твоей жизни, которые действительно поняли, кто ты? О, родные мои.
Если в жизни люди, друзья, настоящие друзья, которые, тыкаясь и мыкаясь, они сядут тебе и скажут: слушай, вот это у тебя успешная сфера. Люди, которые честно тебе скажут, знаете, мне нравятся какие друзья, которые подойдут и скажут: слушай, тебе эта рубашка не идет. На тебе это платье, ты в этом платье смотришься как корова. Ты скажешь: о, о, моя лучшая подруга обидела меня. Нет! Она тебе сказала правду, чтобы о тебе, когда ты выйдешь из этого дома вместе с ней, чтобы тебя не опозорили, она о тебе заботится. И она просто сказала тебе правду, как твоя лучшая подруга, амен. И сказала: ты выглядишь отвратительно в этом платье. Поменяй его, пожалуйста. Ты скажешь: не хочу я дружить с этими людьми. Нет, я только с такими и хочу дружить. Потому что они указывают мне на мои ошибки и проблемы. И только они помогают мне состояться. Найдите таких друзей, которые могут сказать: ну, слушай, не идет. Ты не очень смотришься. Поменяй, будет лучше. Прислушивайтесь. Спросил ли ты их, что они думают по тому поводу, кем ты должен стать? Я имею в виду состояться. Ты смотришь, они смотрят на тебя, и они могут сказать тебе: слушай, не туда ты идешь. Ты не туда идешь, пожалуйста, вот ты попробовал петь, слушай, ну не идет тебе петь, поверь. А я хочу петь, но, поверь. То, что ты хочешь, и то, что со стороны видно, это две разные вещи, амен. Да, ты красиво на сцене смотришься, но микрофон надо выключать. Амен. Тогда все будет более-менее отбалансировано. Ну а зачем нам куклы для красоты, которые петь не могут, да? Как бы займи свое место, и твоя подруга тебе скажет: слушай, ты, come on. И мне нравятся такие люди, которые просто лоб в лоб тебе бах скажут: слушай, нет, не идешь, не катит, не получается. Очень мне нравятся такие люди. Я именно состоялся, потому что я прислушался к мнению своих друзей и сделал шаг по направлению к моей судьбе. Потом эти же друзья меня и предали. Но я вам честно скажу, но уже было поздно. Они уже мне сказали, кто я. Когда я был никем и был с ними, они говорили: слушай, мы видим в тебе потенциал пастора. Постоянно вокруг тебя люди, постоянно все звонят тебе, куда едем. Че вы мне звоните, куда мы едем? Я не знаю, куда мы едем. Вы замечали, что иногда есть люди, которым хотят или нет, им звонят. Ну че вы мне звоните? Ну че? Слушай, Андрюха, что делаем? Что делаем? Приехали, у тебя стоят под дверью. Че вы пришли? Не знаем. У тебя есть потенциал лидера. Они к тебе тянутся. Это сверхъестественный дар и талант. Не выкидывай. Уйдите отсюда. У меня своя жизнь есть. Но, начни использовать это. Люди к тебе тянутся. Значит, у тебя что-то есть. В тебе есть дух и потенциал лидера. Прислушайся к ним. И твои друзья, будучи близкими, они скажут: слушай, в тебе что-то есть. Тебя люди любят. Многие из вас, сидящие здесь, я вам честно скажу, вы точно знаете, кем Бог вас призвал. Вы точно знаете. И я вам отвечу. Простая вещь, которую я заметил, которая держит всех, и я на этом буду заканчивать. Знаете, что держит всех? Чтобы выявить свою личность и состояться. Страх. Все. Это единственная вещь, с которой тебе нужно сразиться. Со страхом. Страх выйти на сцену. Страх говорить в микрофон. Страх молиться вслух. Страх открыть домашнюю группу. Страх пойти на группу. Страх поехать на энкаунтер. И я заметил, что только ты сломишь страх, ты сразу начнешь продвигаться к тому призванию, к которому Бог призвал тебя. Страх, церковь, сломите страх! Скажи: я не буду больше бояться и стесняться, что они обо мне думают. Я боюсь, что обо мне родственники скажут. Я тебе сразу предупреждаю, они о тебе очень плохо скажут. Сразу, даже не думай, что обо мне скажут. Плохо, отвратительно, это не твое. И вообще, что ты обо себе возомнил? Кто ты вообще такой? Поэтому забудьте страх. Когда ты переступишь через страх, родные мои, я вам даю гарантию, хоть Давид был и крутой парнишка, но я уверен, что у него немножко ёкнуло в сердце, когда стоял Голиаф. У любого человека. Но он переступил через страх. У него любовь к Богу и его призвание было настолько важнее ему, чем мнение его братьев, которые говорили: кто ты? Пришел тут воевать? Да иди отсюда к тем овцам назад. Переступи страх. Вы слышите меня? Я заканчиваю на этом, церковь. Страх держит всех вас от того, чтобы проявить вашу свою настоящую личность. И чтобы состояться, чтобы войти в свое призвание. Все, что вас держит, это страх. Скажите: Господь,
я знаю, не завтракали. Скажите: Господь, во имя Иисуса, я разрушаю страх в моей жизни, и я состоюсь как личность, и я войду в мое призвание во имя Иисуса Христа. Аминь! Воздайте славу Богу!